Джон, Пол, Джордж, Ринго. Джон, Джордж, Пол, Ринго. Джон, Джордж, Пол, Ринго. Форева! Привет, господа! Привет, братцы! Ну что, ребята, продолжаем нашу эпопею. Храмовую эпопею. По музыке. Которая стала прообразом храма. И самим храмом. Самим храмом, конечно. И вот мы дожили уже до апреля. Мы открываем драйвовую книгу Васи Колина «Вечный календарь. Храм Джона Леннона. 365 праздников в году». И открываем, естественно, сегодняшний день. А сегодня у нас, как известно, сегодня день выхода супер-двойника «Битлз». 2 апреля 1973 года в Англии, в Америке, точнее, вышел супер-двойник. Его называют еще сине-красным двойником. Был бум, изрядный бум. Он почти дошел до первого места в списке дисков Билборда. И продавался так же, как продавались когда-то Битлз в 65-м году. Best of the Beatles. 62-й. 70-е годы. Все лучшие вещи Битлз вошли на этот суперальбом. Вот я его сейчас в оригинале вам покажу. Вот этот двойничок, за которым гоняются уже, слава богу, 40 лет фаны Битлз. У него отличный звук, отличное оформление, шикарные фотографии. Вот Битлз 63-го года и Битлз 69-го года на одном и том же месте. На Манчестерской площади в Лондоне, на здании EMI. И вот мы видим сборник «От Love Me Do до Let It Be». Видите, какой сборничек. Так что рекомендуем вам иметь его.